Небольшой зеленый уголок вблизи проспекта Красноармейский. Он любим жителями окрестных многоэтажек и студентами вузов, которые располагаются по Молодежной улице. Но данная площадка нуждается в благоустройстве. Нужно обновить тротуары, газоны и цветники. Не помешают и малые архитектурные формы. Такое преображение может улучшить внешний облик всего микрорайона. Для микрорайона еще нужен такой небольшой уголок, где можно посидеть в тишине, может быть, на лавочках почитать какие-то книги или пообщаться с друзьями, чтобы не было такого шумного, значит, шумной среды. Еще один объект, которому не помешает обновление. Рядом с проспектом Строителей. Мимо него ежедневно проходят тысячи барнаульцев. Он соседствует с детским садом, библиотекой. И для полной картины навести бы здесь лоск. На сегодняшний день мы предполагаем в соответствии с проектом сделать еще высадку дополнительного газона, благоустроить клумбы, заасфальтировать, а точнее даже выложить в плитку тротуарные дорожки. И тем самым, я думаю, наша территория будет гораздо интереснее. Голосование за благоустройство территории подходит к финишной прямой. Осталось всего 8 дней на то, чтобы принять участие в нем. А проголосовать можно на сайте 22.городсреда.ру. Дмитрий Дроздов, «День с толком».